опять я нахожусь на берегу речки. Вот здесь вот были дома. Вот там ребята шурфили в свое время. Вот они. Черепки всякие. Кровать старая. У меня из этой ямки первый монитос. Советы, скорее всего. Ну, пачки. Да. Это советы 3 копейки. 57-й год. Сейчас мы посмотрим. Находочка. Берем. Хожу прям возле берега. У меня очередной сигнал. Это, похоже, пятачок. Да, 48-й год. 5 копеек. Сегодня у нас день советов пока что. Ну ничего. Тоже находочка. Берем. Только выключил камеру. Вот здесь пятак поднял. Вот очередная ямка. И вот он наш красавец. Лежит. Я еще не смотрел. Сейчас посмотрю. А этот 45-й. Или 46-й. 46-й. Вот так вот, как новенький. Зачетно. Берем. Увидел. Ребята, у меня очередной монитос. Сегодня реально день советов, похоже. А это серебро. Представляете? Серебро. 10 копеек, 1925 год. Ха, зачетно. Советы. Но серебро. Шикардос. Берем. Все, продолжаю ходить тут возле речки. Вот. Был сигнал 32. И вот монета. Вот след от нее. Походу дело. Советы. Пять копеек. А нет, 3 копейки. Тридцать первый год. 3 копейки. Ладно. Берем. Вот она сидит и спит. Деловая. Как выключил камеру. А зря, ребят. В этой кучке у нас, оказывается, еще монета была. Вот этот же самый комок. Трешечка, наверное, скорее всего. Да. 54-й год. Кусимся. Ладно. Берем. Сегодня день советов, реально. Ну, деревня, скорее всего, была советская. У меня, походу, тут рассыпуха, ребят. Вот комочек. Вот след от той монеты. Решил провести металлоискателем. Оба-на, еще одна, представляете?
53-й, что ли? Да, 53-й год. Три копейки. В конце я еще отмою все находки сегодняшние, я покажу. Это трояк вот 53-го года. Хорошо. Берем. Хожу, брожу. Вот. Вот там была у меня пряжка конской упряжи. А здесь вот только перевернул комок. И вот она зеленеет, смотрите. Еще не смотрел. Может, серебро. Небольшая монетка. Нет, это рамочник. Похоже, это рамочник. 15 копеек, да. Сейчас год посмотрим. Сорок шестой тоже, что ли? Похоже, 46-й. Ладно, находочка. Берем. Ого! Вывалился перстак. Перстак с узорами. Какой век, неизвестно. Но медный, здоровый. Тоже находочка. Берем. Ну что, вот у нас комрад распечатался. Так, что у нас за монетка? А, это рамочник. 15 копеек. Год какой у нас? Ну вот, пятнашку год очистили. 48-й. Друзья, вот она. Золото партии. Сижу в яме. Долго я ее выцеплял. Кое-как выцепил. Копеечка. 1951 год. Вот, видите. В идеальном сохране. Кирпичи здесь вон валяются. От печки всякая утварь. И вот советская копеечка. Ладно, продолжаем. Друзья, очередная ямка. Был четкий сигнал. 44. А, это пятак. 24-го года. А нет, 3 копейки. Три копейки. Что не фокусируется? 1924 год. Ржавчина где-то лежала рядом. Вот, друзья, вот это конина да конина. Слонина, смотрите. О, на глубине штыка почти. Ну что, друзья, вот результат моей сегодняшней вылазки в деревушку. Вот. Сегодня день советов. Это трейки. 3 копейки 1957. 3 копейки 1931. 3 копейки 1954, 3 копейки 1953, 3 копейки 1924 года, гурт гладкий, копендос 51 года, такой вот, серебрушка порадовала.
10 копеек 1925 года. 15 копеек 46-го. Также 15 копеек 48-го. Два пятака. Один 46-й, другой 48-й. Тут конина. Еще одна конина в машине. Перстенечек вот такой. Тут пуговица. Похоже, посеребренная или что. Вот. До конца не почистил. Прилил плотнее какая-то ржавчина. Пряжка конской упряжи. Тоже конинка. Вот как-то так погодка разыгралась. Бобры идут у речки. Грызут. Ну а я на сегодня заканчиваю свой коп. Ай, весна, хорошо. А вам чистого неба над головой, здоровья и удачи. Не забывайте подписаться на канал. Еще будет выход, и не один. Рыбалочка нас тоже ждет.